Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Артём, и вы смотрите мой музыкальный видеоблог о такой разной, но интересной музыке. The Naked and Famous из Новой Зеландии. Значит, голые знаменитые, да? Многие из вас могут узнать эту группу по первым ноткам из рекламы жевательной резинки. Но кто-нибудь пытался послушать дальше? Можно с головой закопаться в жанры, почитать теги и найти там синти-поп, пост-панк ревайвал, шугейз, инди-троника, нойз-поп, нью-гейз и... Да какая разница? На слух все звучит как популярная инди-музыка, да и плевать на самом-то деле. Потому что звучит-то хорошо. Для справки, помимо рекламы жевательной резинки, песня Young Blood звучит еще в 7 сериалах, 4 фильмах, одной компьютерной игре и еще одной рекламе. Группа номер 2. Get Your Gun. Они из Дании. По сути, это очень мрачная и вдумчивая музыка, но самой группе она идет. У ребят есть дебютный альбом, но я бы посоветовал послушать вам EP, записанный в 2012 году. На слух это что-то среднее между стоунером, постпанком, ну еще кое-чем по мелочи. Так и хочется оказаться в бескрайней пустыне и брести себе до последнего изнеможения, пока не упадешь. Причем пустыня может быть как заснеженной, так и песчаной. Разумеется, чтобы до конца въехать, для прослушивания такой музыки нужно поймать настроение. Но для любой музыки нужно соответствующее настроение. Get Your Gun. Очень мрачно, очень атмосферно. Аминь. Ну, в смысле, это название такое. Очень смелая канадская группа, как минимум по двум параметрам. Во-первых, они вот так вот просто взяли и практически вычеркнули себя из любых упоминаний в СМИ одним только нецензурным названием. А во-вторых, они находятся на очень интересной грани между поп-панковским звучанием в музыке и довольно-таки агрессивным вокалом. Потому что для любителей поп-панка это слишком тяжело, а для любителей чего потяжелее, ну слишком уж легко. Но вот это-то как раз-таки интересно. Кому бы они были тогда нужны, если бы все было предельно ясно? Послушайте концептуальный альбом David Comes to Life. Это просто феерия музыкальной экспрессии. Нет! Сначала посмотрите клип на Queen of Hearts, а уже потом послушайте этот замечательный альбом. Fucked Up, David Comes to Life. На сегодня все. Всю музыку из эпизодов... На сегодня все. Всю музыку из эпизодов можно найти либо по ссылкам внутри видео, либо в группе ВК. Всего вам доброго. Берегите себя, но главное, слушайте.